Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну вот, опять же, отливка с минцом. Видите, отливка семьи. Отливка семьи. И вот, ну, кроме, помимо всего прочего, вот в чаше остается, да, вот обычно здесь виден как морок. А здесь видно некое такое, ну, проклятие, не проклятие, но на всей семье, видите, некая маска, посмотрите. Маска нехорошая, которая приносит в жизнь, в энергетику этой семьи, ну, достаточно много сложностей и проблем. Не проклятие, да, то есть не настолько, что оно прямо выжигает семью, нет. Но отгораживает семью от, ну, от гармонии, от удачи и счастья. Все-таки, видите, вот она, маска проклятия. Видите, как свинец забавно. Забавно высказывает вот во всех своих изгибах, в том, что потом отливается, в том, что остается в чаше, показывает вот эти проблемы, энергетические проблемы. Ну, и, естественно, он их снимает. Некоторые говорят, что, как думают, что свинец только диагностирует, как бы показывает, да, как рентген, показывает, что у вас есть. Нет, свинец – это универсальный инструмент, который и показывает, и вот эту проблему убирает. Так что эта маска, она из энергетики этой семьи ушла. Все драгоценное, нужно дальше работать.